Ну и после вынужденного, но нужного, и самое главное, расслабляюще приятного биоафика, давайте же продолжим. Разумеется, предварительно убедившись, что все хорошо, ну и надеявшись, что я снял данное видео с паузы, и, соответственно, запись идет дальше. Как я уже сказал ранее, извиняюсь за тавтологию, но продолжаем. Так. Ого. Бывает. Неожиданный поворот судьбы. Ну, случается всякое. Так, бухла у меня нет. О, я могу, серьезно, я могу запрыгнуть наверх. Без шуток. Спасибо. Немного подхило. Немного не бывает. Так. Отдыхай, друг. Не обращай на меня внимания. Все хорошо. Так, мне нужно включить питание. Так, и мне нужно добраться вниз. Это хорошо. Сначала нужно питание. Ё-моё. Я жив. Не знаю как, но я пока еще жив. Ой, дурак, ой, дурак. Жалко, что тут нельзя. Ладно, черт с тобой. Добрались худо-бедно. Спасибо. Так. Надо было с другой стороны мне быть. Чтобы, собственно, вот так вот проскочить. А я думал, получится. Да куда ты, придурок? Ладно. Тут еще один дебильный минус местной механики, которая немного выбешивает. Ой, ё-моё. Когда то, что мы не можем контролировать,
как бы это правильно выразить? Ну ты понял, да? Если не понял, сейчас объясню. Как же это печально. Как же это грустно. Как же это больно. Как же это несправедливо. Да, ключ у нас был одноразовый. Так вот, пока у нас есть немножко тишины и покоя, объясню. Хотя, думаю, это и так наглядно было понятно, что мы не можем зацепиться и держаться сбоку. Ну, это, разумеется, понятно, там не за что зацепиться. И поэтому мы соскальзываем. То, что мы вообще там держимся каким-то макаром, вообще непонятно как, но мы это делаем. Вот. И то, что мы во время этого дела не можем контролировать. Ну, вот, например, мне нужно прыгнуть, чтобы подняться дальше. А я хочу немножко подпрыгнуть вверх, чтобы как бы держаться на уровне, чтобы не попадаться. Но это невозможно. Ты прыгаешь, что он прыгает, а прыгает он довольно-таки так высоковато. И поэтому вот задевает все это дело. И в итоге мы видим, к чему это приводит. И это довольно грустно. Если бы он мог немного так подпрыгивать, буквально, чтобы просто наверх так приподняться, и было бы вообще просто 10 из 10. Ну, кто нам позволит получить такое удовольствие, правда ведь? Ну вот, о чем я и вел речь. Хотя, возможно, нужно было сделать проще и дождаться, пока он до самого вот так вот... Можем пойти вниз. Угу. Ясно. А, поздно. Так, давайте пробовать по новой. Ага. Хорошо. Беру свои слова обратно. Я просто, как всегда, спешил. Ой, дурак. Я понимаю, что я сейчас спешу и волнуюсь, и делаю все это вот, потому что у меня уже приближается время того момента, когда мне нужно уже уходить. Вот. Потому что, да, опаздывать в то место, которое мне приносит в данный момент прибыль, нельзя. Если опоздаю, будет плохо. Поэтому, собственно... Да твою ж богу душу. А, да? Зачем я это сделал? Ой-ой-ой. Expect the Iron Dogs to keep this old thing around. Mm-hmm.
Зашибись. И опять для того, чтобы выстрелить, мне нужно выбирать либо похилиться, либо стрелять. Но хилки, я так понял, у меня сейчас нет, поэтому ладно. Наведение просто волшебное. На что я рассчитывал? Ладно. Спасибо. Тут реально ничего нет. Обидно. Отлично. Мы врубили питание. Это без кулака своего туда идти смысла нет. Меня сейчас забацают. Хотя я могу выстрелить. Ага. Без своего кулака. Ясно. Понял. Ребята, подождите, я скоро вернусь. Только подождите. Мне очень хочется верить в то, что тут не будет сейчас босса, которого нужно будет победить, не используя свои все способности, то есть одолеть его хитростью и нашей заячьей ловкостью. Да. Не, спасибо. Я туда, конечно, вернусь, чтобы получить все плюшки. Но, разумеется, это уже будет чуточку позже. Ага. Ну ладно. Я не гордый, могу еще выше подняться, раздают. Так, руку мне отдайте, сволочи. We meet again, old friend. Я
Почему ты не схватил? А можно мне такую же способность, пожалуйста? Ё-моё, какой ж ты бесячий. Ау, чуть-чуть зацепился. Не застагерил я его. А что ты за собака? Ну, хотя бы с первого раза справились, и на том спасибо. Так. Сюда мы попасть, к сожалению, пока не в состоянии. Но, возможно, рано или поздно таки мы туда пройдем. Когда научимся открывать электрические двери. Но когда это произойдет... Кто бы знал. Так, за сохранение, конечно, спасибо. Но я хочу найти именно станцию. Она бы мне сейчас капитально не помешала.
во всех смыслах. Зря только потратил. Так, вниз спускаться я не знаю, стоит ли. Мне, в принципе, вниз-то и надо. Вот, пойдем сюда, и вот мы дойдем туда, куда нам нужно. Но сначала... Так, тюрьму мы уже на 72% исследовали. Интересно, получится ли у нас это сделать рано или поздно на 100%? Это интересный вопрос. Чувствую, что тут станции я не дождусь. Тут будут обычные, походу, сейвы. Спасибо, но туда я не хочу. А, сюда я пришел только за этим вот, который мне, в принципе, не нужно было. Так, а здесь у нас только эти собаки. Эти долбанные собаки, эти долбанные камеры. Которые долбят нас током, если мы попытаемся с ними взаимодействовать. Даун, пошел ты, пёс. Все ради денег. Так, спасибо за сейв. Фу, все, значит, не зря мы это сделали. Off you go. Water. Do you have water? I'm so thirsty. Only some carrot juice. Thank you for the carrot juice. I am Pippin the Rabbit, a lover of nature and botanical research. How did you end up here? The Legion came searching for weapons. There's a super treasure in my house that the Legion must not find. I pretended to run away with an empty box to distract them, and ended up here. So what exactly is this treasure of yours? You saved me, so I'll let you in on the secret. It's the seed of the plants in Torch City, from before it was occupied by the Legion. Look, this is a seed that I dug up from a corner of the prison. Look how pretty it is. I haven't seen a rare seed like this for a long time. I always try to shield this corner during Legion inspections. Fortunately, it has not been discovered yet. Go on now. Don't let the Iron Dogs catch you again. Yes, I need to take the seed home quickly. Thank you. Ну что ж, будем надеяться, он сможет сбежать. Так, ну а мы в целом молодцы. Абсолютно бесполезнейшее занятие, которое мы сейчас делаем, но да ладно.
I don't understand you city people. What's so good about living under the Iron Dogs' boot heels every day? Let's get out of here. Get out of here? And go where? This was our place. It's the Iron Dogs that should get out of here. Where would I find a better gunner than you in the Western Range? You got a smooth tongue on you. Так, и тут я вспомнил, что нам нужно, получается, еще вора освободить. Только вот единственный минус, что я не помню, где он. Если бы нам хотя бы отображалось то, где мы кого находим, что я мог вернуться и освободить. Это было бы, конечно, хорошо. Так я реально не помню, где его искать. Так что я могу спокойно пойти дальше и выполнить то, что нам нужно, и все. И забыть про этого вора. Хай сам выбирается. Он же хвастался, что сможет сам открыть свою клетку. Ну ладно, мы его, разумеется, поищем, но я думаю, чуточку позже, потому что, да, времени меня уже не то чтобы пока поджимает, но уже поджимает. Так, так что, если есть такая возможность, давайте продвинемся чуть-чуть дальше. Это не ломается. Обидно. Реально, где же у нас была клетка с этим мышом? Ей-богу, я реально что-то не одупляю. Где же оно было? Где мы его умудрились встретить? Ну, по-любому, где-то в этой области. Но вот где именно? Вот это вопрос. А идти обратно, чтобы до него добраться, это, конечно, интересно. Так, то, что нас убьют, конечно, это не весело, но если убьют, то что ж. Значит, так тому и быть. Так, ну сейф у нас прошел, здоровье полное, все полное, правда, и противники тоже все на своих местах. Что довольно грустно. А твою ж богу душу, вставай! Мы обязаны этого мышонка найти. Хоть я и хочу уже закончить, но я хочу найти мышонка. Правда, по-любому я двигаюсь не туда, куда нужно. Спасибо. Так, за сейф, конечно, тоже спасибо, но по-любому уж мы двигаемся не туда. Ну не туда. About this, you open the cell door and I'll give you some of the treasure in my backpack. Take this skeleton key. Don't thank me, it's fate that brought you here, so let's be friends. Ну ладно, теперь мы сделали, что хотели, и собственно, что нам теперь остается только вернуться обратно. Да, вернуться обратно, только чтобы, собственно говоря, достигнуть нужной нам цели. Но помимо этого еще, да, открыть этот долбанный ящичек. А чтобы открыть этот долбанный ящичек, нужно до него добраться.
И это, получается, мне тонко намекает, чтобы я еще раз прошел это долбанное испытание ради ящичка. Все это, конечно, очень классно, но хотел бы я это сделать уже в следующий раз, и я это в следующий раз сделаю. Вот, но будет это, наверное... когда-то. А, да. Туда наверх, я так понимаю, мы можем попасть, там решеточку ту проломать. И, соответственно, подняться выше, и там, возможно, что-то интересное у нас будет. Ой, ё-моё. Вот это пришло. Такой, а что у нас здесь? Получи плюху. Это было интересно. Туда можно забраться, и я заберусь. Спасибо. Я обязан туда попасть. И все ради свиньи. Все ради бабла. Кстати, я сейчас наверняка подумал о таком интересном... Да. Хорошая мысля приходит опосля. Что эти долбанные камеры мы теперь можем ломать, а не продвигаться сквозь них, как мы делали это по стелсу. Вот что значит, когда ты думаешь о том, что тебе нужно уже уходить туда, куда нужно уходить. И да, когда мысли о реальном отвлекают от мыслей того, что нужно сделать в виртуальном мире. Вот так оно работает. Так, можно еще один сейф получить, пожалуйста? Чтобы я был уверен в том, что да. Ага. Интересный поворот. Если что, когда мы движемся в лифте, мы не можем идти влево-вправо, мы стоим на месте, то есть мы не можем, как я вот это вот, спрыгнуть. И это довольно печально. Так, сейф есть. Спасибо. Но вновь испытывать все это удовольствие я буду вне записи, ровно до того момента, как доберусь до того, что нам нужно. Ну а потом, снова спустившись вниз, пойдем вот сюда, дабы в итоге прийти вот сюда. Ну и таки да. Всем спасибо и
До встречи, как всегда, через мгновение.